Сегодня в России проходил большой этнографический диктант. В Ленинском районе площадкой его проведения стала Видновская школа номер 10, в которой побывал наш мобильный репортер. Диктант задуман как проверка уровня этнографической грамотности и знаний о народах, живущих в России. Мероприятие проводится уже третий год. Возраст участников не имеет значения. Пройти испытание может любой желающий. В Ленинском районе акция проводится во второй раз. Если взять статистику вообще по России, в данной акции в 2016 году приняло участие 90 тысяч человек и 800 площадок. А в 2017 году по России уже участников было 280 тысяч и, соответственно, 2800 площадок. В Ленинском районе в прошлом году в акции приняло участие 50 человек, в этом уже 64. В диктанте, который по сути представляет из себя тест, всего 30 вопросов, 20 из которых являются общими для всех. Остальные 10 составлены, исходя из особенностей регионов. На написание теста участникам дается 45 минут. Правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте проекта 10 ноября.